О том, как в целом обстоят дела с уборочной кампанией, на еженедельном совещании правительства доложил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. На сегодня хозяйством республики осталось убрать порядка 700 гектаров картофеля. Это около 13% посевной площади. Уборка зерновых и зернобобовых завершена в 13 районах. Намолочено 712 тысяч тонн. Кукуруза на зерно в этом году поспела только в Урнарском районе. Там убрано 66 гектаров. В остальных районах кукурузу уберут на силос.